Мы знаете, чего еще ни разу не рисовали? Скелета! Исправимся, сделаем это в авторском стиле. И начнем с композиции. Череп, он круглый, а все остальное угловатое и продолговатое. Ну что, нужен глаз, точнее место под него, дырка для носа, зубки, сплетение, наверное, солнечное. Ничего менять не будем, просто обведем. Больно уж хорошо получилось. Шейные отделы там, вот переделы. Заявим претензию на искусство, сделав анмаш на одного знаменитого мастера. Если понял, на какого, пиши в комментариях. Добавим белого, хотя его видно не будет, просто чтобы потенциальный покупатель видел, как много художник работал. Иначе это не может стоить денег. Готово.